А вот сотрудников одной из алматинских школ, в которой дети вынуждены были ходить в туалет на улицу в мороз, привлекут к дисциплинарной ответственности. Буквально на днях мы показали этот сюжет. Дело в том, что в старом здании 186-й школы теплая уборная не была предусмотрена при строительстве. А в соседнем новом здании такой туалет есть. Но, как нам рассказали сами дети, их туда не пускали. И вот в управлении образования Алматы нам прокомментировали этот скандал. Старый туалет наружный, он не используется, не функционирует. И сейчас управлением образования поднимается вопрос о сносе наружного туалета. Всем сотрудникам, которые нарушали права детей, будут приниматься меры дисциплинарного характера. В управлении образования также добавили, что в новом здании школы есть 12 туалетов для учеников и 3 служебных. Сейчас поднимается вопрос не только о сносе наружного туалета, но и старого здания школы, построенного еще в 60-е годы. На его месте планируют возвести новый корпус со всеми удобствами. Также стало известно, что в мегаполисе сейчас есть 3 школы с уличными туалетами. Учебные заведения стали числиться за Алматы после расширения границ города. Но все они в ближайшее время тоже пойдут под снос.